В прошлый раз мы строили некоторые модели для исполнения функциональных программ. Сейчас давайте построим аналогичную модель для исполнения обычной императивной программы. Ну, тем самым мы на самом деле покажем, каким образом можно свести исполнение последовательной программы к функции, к функциональной программе. Я хочу на самом деле рассказать о том, почему функциональная модель исполнения фактически столь общая, почему она подходит для исполнения любых процессов, ну, с некоторыми ограничениями, конечно. Мы рассмотрим некоторый простой императивный язык программирования с последовательными процессами. Он действительно очень простой, там только самые простые конструкции, но в большинстве случаев это не очень препятствует тому, чтобы строить функциональные модели этих последовательных процессов. Для некоторых процессов, про которые я тут не буду говорить, на самом деле такую функциональную модель построить может быть не очень просто, но тем не менее принципиально все-таки все возможно. Принципиальных сложностей тут нету. Ну вот это только такое краткое будет введение в этот вопрос. Я рассмотрю действительно только очень простые случаи. Итак, вот некий язык программирования. Язык программирования, в котором есть программы, но нету никаких функций, нету никаких исключительных ситуаций, нету операций перехода ни структурного, ни неструктурного, то есть ни go-to, ни всяких там break, continue и прочих структурных выходов из цикла, нету никаких исключительных ситуаций. Есть выражения, которые представлены константами. Ну, я буду считать, что константа у меня это только целые числа. Логические значения тоже будут присутствовать, но в таком неявном виде. Не как значения переменных, а просто для того, чтобы осуществлять выбор. Будут простые переменные, но поскольку все простые переменные будут иметь значениями только целые числа, то, в общем, никаких описаний делать не надо. Любая переменная, появившаяся в программе, это переменная целого типа. И выражение строится из константы и переменных с помощью, ну, как обычно, операций и скобок. Я буду считать, что есть достаточный набор унарных и бинарных операций, и вот с помощью этих операций и скобок можно построить более или менее сложные выражения. Логические выражения, то есть выражения, которые выдают логическое значение, будут в этой программе тоже присутствовать в условиях условных выражений, в условиях циклов. Но переменных логического типа не будет, поэтому, ну, несмотря на то, что вот выражение такого рода построить можно, запомнить это значение будет ни в какой переменной нельзя. И вот выражение, да, выражение это такая вещь совершенно функциональная, то есть вот есть набор значений, и по ним вычисляется некоторое новое значение, функция, значение этого выражения. А вот есть еще операторы, которые исполняются в том или ином порядке и меняют состояние программы. Состояние – это набор значений переменных, и изменение состояния состоит в том, что вот время от времени эти переменные меняют свои значения, то есть есть присваивание. Но я буду считать, что операторы этого нашего языка – это следующие операторы. Явно записываемый пустой оператор – skip. Присваивание – вот то самое, которое меняет состояние программы, меняет состояние переменных программы, например, вот x присвоить x плюс 1. Операторы можно исполнять последовательно,
Тогда эти операторы записываются через точку с запятой. Ну и если их больше одного, то их можно заключать в скобки, ну, скажем, begin-end. Там неважно, какой это синтаксис, я ни к какому конкретному языку не привязываюсь. Будет условный оператор, if условие then оператор S1, else оператор S2. В отличие от функционального языка, здесь S1 и S2 – это операторы, исполняемые, а не выражения. Поэтому, вообще говоря, возможна и краткая форма записи условного оператора, if условие then S1. Просто будем считать, что это сокращение, когда else написано else skip, else ничего не делать. Оператор цикла, while условие, do оператор. Вот из этих кирпичиков будем строить программы. Вообще говоря, любая такая программа эквивалентна некоторой функции. Любая такая программа начинает работу в некотором начальном состоянии, когда заданы начальные значения переменных, откуда-то они получены извне, работает, и в результате, после того, как все операторы проработают, мы получим некоторое заключительное состояние. Таким образом, программа есть функция состояния. И моя задача на довольно небольшой промежуток времени состоит в том, чтобы явно эту функцию выразить в таком вот явно записанном функциональном виде. Ну вот, если рассмотреть, скажем, такую вот простую программу вычисления факториала, то в ней используются две переменных, поэтому любое состояние содержит значение двух переменных, n и f. Здесь эта программа на самом деле может начать свою работу в некотором состоянии, в котором задано значение n. Она предназначена для того, чтобы вычислить значение n факториал. Значение переменной f в начале работы на самом деле безразлично. В конце работы, после того, как программа закончит свою работу, наоборот, значение переменной n нас уже не интересует, а вот значение переменной f интересно, оно должно стать равным n факториал. Ну вот этому начальному значению n факториалу, этого начального значения n. Можно считать, что это вот некоторая функция, которая вычисляет f по n. Но я в общем случае считаю, что это функция, которая по некоторому начальному состоянию, содержащему значение переменных f и n, получает заключительное состояние, в котором тоже содержится значение переменных f и n. Просто в начальном состоянии для нас важно значение n, а в заключительном значение f. Для того, чтобы обрабатывать такую программу, надо написать, каким образом мы представляем эту программу. То есть, опять же, задача состоит в том, чтобы построить некоторую модель программы и затем проинтерпретировать эту программу, исполнить эту программу, или, может быть, построить по этой программе эквивалентную ей функцию. Но, как мы дальше увидим, задачи эти практически не отличаются друг от друга. Исполнить программу или преобразовать программу в эквивалентную функцию. Для этого нам нужно описать следующие типы данных. Как представляются выражения в программе, как представляются операторы в программе, и как представляется контекст переменных, то есть состояние программы. Ну, на самом деле, состояние программы очень похоже на тот контекст переменных, который мы использовали на прошлой лекции. Это просто ассоциативный список пар, где каждой переменной сопоставлено некоторые значения. Ну, только здесь значения – это исключительно только целые числа, больше ничего. Никаких других значений у переменных здесь быть не может. Но
Ну вот, как я уже сказал, можно поставить две задачи. Первая задача следующая. Написать интерпретатор. Этот интерпретатор получает программу в виде оператора и начальное состояние. Работает по этой программе, исполняет эту программу, и в результате работы вычисляется некоторое заключительное состояние, ну, которое здесь тоже представлено таким вот контекстом. Второй вариант. У меня нет никакого начального состояния, есть только программа, и я хочу построить по ней эквивалентную ей функцию. Буду говорить, что это компилятор, задача компиляции. Функция compile должна получить программу в виде оператора и построить по ней функцию преобразования контекста, функцию преобразования состояния. Вот на самом деле это одна и та же задача. Типы этих двух функций, интерпретатора и компилятора, полностью совпадают. То есть, другими словами, если интерпретатору, как каринговой функции, передать в качестве аргумента только оператор, то в результате получится функция от контекста, возвращающая контекст. Это и есть та самая функция. Так что компилятор – это на самом деле просто то же самое, что интерпретатор. Это ровно одна и та же функция. Вот это такой довольно интересный момент. Мы, в общем-то, всегда говорили, что интерпретатор и компилятор – это две стороны, в общем, в каком-то смысле дополняющие друг друга. Здесь, в этой задаче, получилось так, что интерпретатор и компилятор – это просто одно и то же. Так что мы можем писать наш интерпретатор или компилятор, имея в виду, ну, писать так, как нам удобнее. Удобнее считать, просто проще записать функцию, которую реализует интерпретатор. Мы так и поступим. То есть мы напишем интерпретатор. Написав интерпретатор, мы будем иметь в своем распоряжении и компилятор тоже, если этому интерпретатору передать только один аргумент, параметризовать его программой. Ну вот. Ну теперь, собственно, представление выражений и программы. Выражение совершенно обычным образом, так как мы уже не раз это делали и на лекциях, и в домашних заданиях, представляются типом данных expression, где определяются несколько конструкторов, соответствующих всевозможным типам выражений. Выражения у нас бывают целые или вещественные. Я буду здесь считать, что конструктор logical на самом деле представляет некоторое логическое значение. Ну а также есть переменные, представленные своим именем, строкой. Есть унарные операции, представленные кодом операции и операндом. И бинарные операции, представленные двумя операндами и кодом операции. Ну, в таком вот инфиксном виде. Операнд, операция, второй операнд. Вот, это все возможные выражения. Точно так же описывается тип данных оператор, и в нем описываются конструкторы для представления всевозможных операторов программы. Но вот сколько их есть, столько и конструкторов определяется. Для пустого оператора конструктор skip, для присваивания assignment, для последовательности операторов список из операторов на самом деле строится фактически. If, конструктор if конструирует условный оператор, конструктор while – оператор цикла. Контекст представляется просто ассоциативным списком. Никаких конструкторов я здесь не задаю. Это просто список пар, имя переменной и выражения. На самом деле все вот эти выражения фактически это целые числа.
фактически здесь вот это значение обязательно значение, представленное конструктором интеграл. Потому что значение всех переменных — это целые числа. Задача написать интерпретатор вот эту вот функцию, имеющую такой тип. Для этого мы, во-первых, определим выражение, определим, как вычисляется значение выражения в заданном контексте. Функция eval вычисляет значение заданного выражения в заданном контексте. Этим значением тоже является выражение, но значение выражения — это всегда целое число на самом деле. Для выполнения встроенных и, ну, вообще любых унарных и бинарных операций, считается, что все они встроенные, для их исполнения используется функция intrinsic, подобно тому, как мы уже поступали на прошлых лекциях, которая получает имя операции в виде строки, получает список аргументов, все аргументы уже имеют конкретные значения, то есть все вот эти аргументы фактически являются целыми числами. И в качестве результата выдается новое целое число в виде выражения, ну вот результат построения. Да, ну вообще говоря, нет, не обязательно тут целые числа, и функции eval тоже не обязательно там целые числа, целые или вещественные числа. Выражения все-таки бывают целыми и вещественными. Вот в контексте действительно присутствуют только целые значения, потому что у нас переменные только целого типа. Что касается функции eval, то она очень простая. Значение констант, целый или вещественный, является сама эта константа. Значение переменной выбирается из контекста с помощью функции assoc, многократно описанной. Выдает значение из ассоциативного списка по ключу. Вычисление значений унарных и бинарных операций производится с помощью функции intrinsic, которая выполняет операцию над списком из операндов. Списком, содержащим один операнд, или списком, содержащим два операнда. Ну, операнды вычисляются рекурсивным применением функции eval. Здесь все просто, обычно, и уже многократно подобные функции мы писали. Что касается функции intrinsic, то она просто задает правила исполнения встроенных операций и предполагает, что операнды уже имеют нужный тип. То есть операция intrinsic всегда работает со значениями совершенно конкретными. Ну вот, например, операции плюс и минус, здесь минус имеется в виду унарный минус, работают вот со своими операндами как с целыми, и в результате получают тоже целые. А вот такая операция, как AND, работает с логическими операндами и получает в качестве результата тоже логическое значение. Да. Вы сказали, что да, в таком виде у нас нет возможности сделать переменок логическое значение. Да. Мы не можем вот в контексте, раз у нас в контексте список планов и выражений, там мы можем расширить наш язык, просто вот с самого начала, задавая язык, я вот считаю, что переменные у нас только целые. На самом деле мне ничего не мешает расширить язык. Многие расширения здесь задаются совершенно простым образом. Можно легко расширить язык, добавив логические переменные. Единственное только, что тогда в языке, ну, надо как-то различать эти переменные, надо как-то задавать типы. Мне не хотелось вводить никаких описаний типов и не хотелось вводить никаких искусственных правил, типа там имена логических переменных должны начинаться с подчеркивания или что-нибудь такое, как это было в ранних версиях Фортрана. Вот, поэтому, ну, с такой вот с чисто языковой точки зрения я решил, вот, ограничиваемся только целыми переменными и все. На самом деле расширение можно делать довольно просто. Не так уж сложно ввести определение функций, не так уж сложно ввести определение сложных структур данных.
На самом деле очень сложное расширение, с которым очень трудно было бы работать, это вот ввести всякие переходы структурные и неструктурные. Особенно с неструктурными сложно поступать. Вот если бы в нашей программе еще были бы метки и оператор GoTo, вот представить такую программу в функциональном виде было бы очень сложно. Это возможно. Ну, вы, конечно же, знаете о том, что просто теоретически доказано, что любую программу, содержащую GoTo, скажем, можно переписать без использования GoTo. Это очень давно было доказано. Вот, поэтому с этой точки зрения оператор такого неструктурного перехода является действительно лишним. И во многих языках он даже исключен. Как, например, в Java же нет никакого такого прямого неструктурного GoTo. Вот. Но очень сложно на самом деле было бы действительно сделать вот такое построение. Ну, какой язык есть, такой есть сейчас, простой. А почему тогда еще вы там где-то сказали, что ну, мы пишем, не пишем, вместо expression, вместо ставить вот эти что фактически это целые числа вместо expression interview? Ну, там задается тип. Я, конечно, мог бы задать два разных типа для выражений, которые являются только целыми, и там для всех остальных выражений. Ну, это тоже усложнило бы программу. Надо было бы писать уравнение и для одного типа, и для другого типа, или надо было бы там определять классы и писать такие полиморфные функции, которые работают со значениями разных типов. Я уж лучше оставлю один универсальный тип expression, просто буду в нужных местах говорить, что вот фактически здесь всегда будут значения вот такие-то. Опять же, для сокращения программы, для сокращения записи. Экономия чернил. Ну вот, теперь, собственно, исполнение операторов. Это вот и есть самое главное, то, ради чего мы это все затевали. То есть вот перевод последовательно исполняемых операторов в функциональный вид. Прежде всего, мы должны реализовать такую вещь, как присваивание. Это вот такая существенно нефункциональная вещь. Присваивание – это изменение контекста. В этом контексте изменяется значение одной переменной. С точки зрения функциональных языков программирования, это построение нового контекста по старому. Такая вещь, как присваивание, в функциональном языке на самом деле не существует. Там, где нам это было нужно в реализации, и там, где мы хотели сохранить простоту, без построения каких-то новых сложных структур, мы говорили, что ну вот в функциональном языке это сделать нельзя, но мы вот такую функцию напишем. Здесь у нас больше теоретическое построение, чем такой вот практический подход к реализации императивного языка. Поэтому мы говорим, что присваивание – это построение нового контекста по старому. При этом заменяются значения всех переменных, но фактически все переменные просто копируют свои старые значения, кроме одной. Вот функция replace именно это и проделывает. Она берет переменную, которой нужно что-то присвоить, берет новое значение выражения, фактически целое, то, которое нужно присвоить, берет старый контекст и вырабатывает новый контекст в качестве результата. Ну, сама по себе функция достаточно простая. Вот эта функция записана как функция двух переменных, имя переменной и значение, и реализуется как map. По всем парам Y и V в заданном контексте строится новый контекст Y, и если X совпадает с Y, то заменяется на новое значение, иначе остается старое значение V. Ну, третий оперант, контекст просто опущен в этом уравнении, опять же воспользовался каррингом.
Вот если применить эту функцию, например, к переменной f и значению 20 в заданном контексте, где n имеет некоторое значение, ну, скажем, 4, и f тоже имело некоторое значение, ну, скажем, 5, то после того, как мы сделаем эту замену, мы получим новый контекст, в котором n по-прежнему равно 4, а значение переменной f поменялось на 20. Разумеется, если контекст большой, если в нем много переменных, то фактически это означает построение, ну, в большинстве случаев там, почти совершенно нового списка. Часть списка можно переиспользовать, но вот большая часть этого списка будет построена заново, если не весь список вообще. Ну вот, имея эту функцию, мы уже легко пишем все реализацию, интерпретацию всех операторов. Ясно, что оператор skip в любом контексте ничего не делает, оставляет контекст старым, каким был. Оператор присваивания, ну, мы как раз вот реализовали эту функцию replace для того, чтобы исполнять оператор присваивания. Он выполняет функцию replace, заменяя значение переменной x на вычисленное значение выражения в заданном контексте. После этого вот это новое значение заменяет x в этом самом старом контексте. В результате вырабатывается новый контекст. Если у нас есть последовательность операторов, то можно написать такую простенькую рекурсивную функцию. Если хотите, можете нерекурсивно ее выразить. На самом деле последовательность — это вот такая простая рекурсия. То есть последовательность пустая, эквивалентно просто оператору skip, не меняет контекст. Если в последовательности есть хотя бы один первый оператор s, то мы должны сначала проинтерпретировать этот оператор s, исполнить оператор s в контексте ctx, построить тем самым новый контекст, и в этом новом контексте дальше интерпретировать оставшиеся операторы. Ну вот здесь в этом уравнении как раз выражено, что мы строим новый контекст действительно последовательно. Сначала построив новый контекст, исполнив только один оператор, а затем все остальные рекурсивно. Условный оператор. Ну вот можно описать следующим образом. Мы вычисляем значение выражения в заданном контексте. Предполагается, что в синтаксически правильной программе это выражение обязательно логическое, то есть результат этого вычисления обязательно будет либо logical true, либо logical false. Ну и понятно, что в первом случае интерпретируется оператор S1 в контексте CTX, в противном случае оператор S2 в контексте CTX. Ну, таким образом вот видно, что новый контекст строится либо с помощью оператора S1, либо с помощью оператора S2, в зависимости от вычисленного значения. Ну и, наверное, самый сложный оператор здесь — это оператор цикла. Но на самом деле фактически здесь видно тоже, что цикл, ну, на самом деле не очень сильно отличается от обычной последовательности, тоже выражается в виде рекурсивной функции. Цикл — это рекурсия в функциональном виде. То есть если мы исполняем некий оператор цикла в заданном контексте, то мы должны вычислить условия в этом контексте, получить новое значение, либо true, либо false, логическое значение. Если false, то контекст не изменяется. Это означает, что цикл закончил свою работу. В противном случае мы должны один раз исполнить тело цикла в старом контексте. Скорее всего, контекст изменится. Если он не изменится, то цикл никогда не закончится.
Значит, при интерпретации оператора цикла, при исполнении вот этого тела цикла однократного, контекст изменится. И в этом новом контексте мы тот же самый оператор исполняем. Ну вот здесь очень хорошо видно, что если оператор цикла не изменяет контекст, то фактически мы зацикливаемся, потому что мы вызываем ту же самую функцию с теми же самыми операндами. Циклов нет в функциональном языке именно потому, что там нету изменяемых контекстов. Когда-то на первой лекции я об этом говорил. Почему ни в одном функциональном языке нету циклов? Потому что цикл — это изменение состояния. Цикл возможен только тогда, когда однократное исполнение тела цикла хоть как-то обязательно изменяет состояние. Иначе это бессмысленно. Ну вот, здесь это таким вот образом достаточно ярко выражено. Фактически все. Мы построили интерпретатор и тем самым построили компилятор. Пример. Если взять ту же самую программу вычисления факториала, записать эту программу в виде выражения типа оператор, то это последовательность из двух операторов. Первый оператор – это оператор присваивания, f присвоить единицу. Второй оператор – это оператор цикла, в котором есть условие n больше единицы, и тело – последовательность из двух операторов. Опять же, присваивание f, f присвоить f умножить на n, и присваивание n, n присвоить n минус единицу. Если мы запустим функцию compile от этой программы, то на самом деле мы получим эквивалентную функцию. По программе мы вычислим, найдем функцию преобразования контекстов, функцию эквивалентную этой программе. Если мы запустим интерпретатор, то есть дадим еще один аргумент, начальный контекст, ну, скажем, вот такой, в нем f равно, неважно чему, пусть нулю, а n равно, ну, скажем, 3, то после того, как исполнится вот эта функция interpret, мы получим новый контекст, в котором значение f будет 6, 3 факториал, значение n окажется равным нулю, но оно нас на самом деле не интересует. Ну вот это такая коротенькая тема, коротенькая главка про то, каким образом последовательные программы могут быть представлены в виде функции. Сегодня я вам задаю домашнее задание. Значит, на следующую неделю вам надо будет тоже решить две задачи. В этих задачах нужно исследовать программы. Первая задача – исследование выражения чисто функционального. Надо определить, есть ли в этом выражении бета-редекс. Во второй задаче надо исследовать программу, вот уже такую последовательную, императивную программу. Ну и надо, надо эту программу на самом деле преобразовать в другую. По одной программе построить новую, в которой сделаны определенные преобразования. Ну, домашнее задание я в конце лекции покажу. Но оно не имеет отношения к следующему материалу. Никакого. Следующая глава – введение в редукцию графов. До сих пор мы представляли себе исполнение программ как текстовое переписывание. Иногда, правда, говорилось, что переписывание на самом деле текстовое – это неразумно. Фактически мы в некоторых случаях должны там делать какие-нибудь ссылки и вот работать с этими ссылками. Фактически
для исполнения программ, для вычисления выражений и вообще для исполнения функциональных программ используется, естественно, представление программ в виде деревьев, ну или в общем случае в виде графов. И, собственно, исполнение – это на самом деле, конечно, не переписывание строки за строкой, а это преобразование вот этого графа программы. Давайте сейчас немножко порисуем такие графы и покажем, каким образом происходят редукции в таком вот графовом представлении программ. Значит, нас интересует, каким образом исполняются редукции. Ну, у нас, как и раньше, есть некая функциональная программа. Я считаю, что эта программа написана на расширенном лямбдоисчислении. Значит, там есть константы, переменные, ну и все остальное, что там есть в расширенном лямбдоисчислении. Значит, есть константа. Любая константа будет представлена просто узлом, содержащим эту константу. Разумеется, то же самое касается примитивных функций, поскольку примитивные функции фактически это тоже некоторые константы. Отличие состоит только в том, что эти константы можно применять к другим значениям. Есть лямбда-выражения. Лямбда-выражения записываются в виде вот такого простого графа, где в корне находится вершина, помеченная лямбда, слева имя переменной, справа тело функции E, граф, представляющий тело функции. Таким образом мы представляем лямбда-выражение. Если выражение представляет собой применение функции E1 к E2, к выражению E2, то в графовом виде мы будем представлять это так. Специальная вершина. Вершина применить, слева что применить, функция, справа к чему применить, аргумент. Ну, почти ничего больше нету. Ну, есть еще блоки, правда, но про блоки я чуть позже отдельно скажу. Вот фактически в лямбдоисчислении больше ничего нет. Есть константы, есть лямбда-выражение и применение чего-то к чему-то. У вас вопрос? Что такое? Примитивная функция, то есть встроенная функция. Я считаю, что есть некий набор функций, про которые мы знаем, как они работают, такие как плюс, минус там и прочее. А лямбда-выражение – это функции, которые мы сами задаем. Мы задаем тело, то есть задаем алгоритм работы. Для примитивных функций мы не задаем никаких алгоритмов, мы считаем, что мы знаем, как они работают. Если примитивная функция применяется к аргументам, значит, мы пишем применить примитивную функцию к первому аргументу. В результате получится функция, которую мы применяем ко второму аргументу. Или там к третьему. Конструкторы. На самом деле, конечно, конструкторы – это, в общем, тоже функции. И мы могли бы, если у нас есть конструктор C, ну, скажем, с тремя аргументами x, y, z, тоже записать, что это есть применение конструктора x, конструктора C к переменной x. Потом то, что получится, мы применяем к y, и потом то, что получится, применяем к z. Но все-таки конструктор – это немножко специальная функция. Это вот такая функция, которая образует всегда новое значение, конструирует новое значение. И поэтому я немножко здесь вот по-другому это буду представлять. Я не буду считать, что конструктор – это функция. Я буду считать, что конструктор – это все-таки некое самостоятельное значение, у которого операндами являются, ну, вот аргументы этого конструктора. Аргументы этого конструктора на самом деле просто как бы входят во всю вот эту вот конструкцию, во все вот это дерево. Это немножко лучше соответствует смыслу
конструктора, потому что это на самом деле не функция, а вот что-то, что просто образует некоторое новое значение, некий новый узел дерева, в котором содержатся операнды этого конструктора. Вот для некоторых выражений на самом деле иногда не очень понятно, каким образом записать их в виде графа. В частности, что касается частичного применения функций и конструкторов. Вот если у нас есть применение примитивной функции плюс к двум аргументам, ну то есть к тому количеству, которое требуется, то, в общем, понятно, как это записать. Ну, я фактически уже об этом сказал. Функция плюс применяется к единице, а затем результат применяется к двойке. Любая примитивная функция, которая применяется к достаточному количеству аргументов, будет выглядеть вот в таком виде. Такая вот гребенка, состоящая из символов «применить». В конце здесь символ примитивной функции, а по этой гребенке справа развешаны операнды. Если у нас функция примитивная применяется частично, скажем, только к первому аргументу, то, естественно, считать, что ее представление и будет вот таким. Применить плюс к единице. Само по себе вот это значение может быть где угодно. Оно может служить операндом какой-нибудь операции, но исполнить, конечно же, его нельзя. То есть для того, чтобы значение получить, требуется, чтобы у функции было достаточное количество вот этих вот операндов, достаточное количество веток в гребенке. Тогда можно вычислить значение. Вообще говоря, конструкторы тоже можно применять частично. Мы договорились, что если у нас конструктор применяется к достаточному числу операндов, то мы представляем его вот в таком виде, в виде законченного выражения. Однако, что будет, если у нас есть частичное применение конструктора, скажем, вот такое, двоеточие единица? На самом деле это не законченное значение. Опять же, фактически это некоторая функция. Здесь уже нам не удастся сделать вид, что конструктор – это не функция. Потому что если мы применяем ее только к одному аргументу, то на самом деле мы в результате получаем все-таки функцию. Мы могли бы записать это в таком виде. Применить двоеточие к единице. Но тогда получается, что мы по-разному смотрим на конструкторы, в зависимости от того, применяется этот конструктор к достаточному числу операндов или к недостаточному. Получается, что этот конструктор как-то вот совсем по-разному выглядит. Поэтому давайте вот я все-таки такого представления буду избегать, в котором конструктор ни к чему не применяется, а просто служит функцией такой примитивной. Вместо этого я буду считать, что вот это такое частичное применение в явном виде эквивалентно функции. Это функция с некоторым параметром t, ну, задается некоторая переменная, которая отсутствовала в операнде конструктора. Это функция от t, которая строит в качестве результата вот это самое применение конструктора двоеточия к единице и t. То есть вот здесь, в этом представлении, по-прежнему считается, что конструктор – это вот некая такая специальная вершина. Так что мы искусственно создаем такую функцию. Ну, это на самом деле не очень важно, и в примерах практически нигде встречаться не будет, но тем не менее, так вот для общего сведения, есть такая небольшая сложность.
Ну, тогда мы построим функцию, да, если там надо, сколько надо добавочных аргументов добавить, столько вот лямбд мы и навесим. Лямбда x, лямбда y, лямбда z. В любом случае, в качестве тела этого выражения будет вот применение конструктора к аргументам, которые заданы, и к параметрам, которые мы искусственно добавили. Конструктор можно рассматривать как примитивную функцию. Эта примитивная функция, на самом деле, это функция без правил. Вот она никогда ничего не делает, она просто вот себя представляет, она вот эти аргументы берет и получается некий объект. В этом смысле конструктор, конечно, является примитивной функцией, но нету никакого дельта-правила. Она такая, да, невычислимая функция. Вот блоки. Давайте все-таки посмотрим про блоки. Блоки у нас бывают простые и рекурсивные. Представление рекурсивного блока я отложу до следующей лекции. Достаточно надолго отложу. Потому что там есть довольно серьезные сложности в том, как это нужно представлять. А вот что касается простых блоков, то здесь я, в общем, все готов рассказать уже сейчас, просто потому, что простой блок фактически эквивалентен применению функции к аргументу. Очень простому применению функции к аргументу. Фактически это функция, у которой есть аргумент x, телом этой функции является тело блока, и эта функция применяется к аргументу e1. Ну, тем самым мы подставляем вот это e1 вместо x в e2. Так что в графовом представлении такой простой блок мы будем представлять в точности как вот такое применение функции. Мы даже не будем вводить никаких специальных вершин, оставим вот только вот эти вот лямбды и вершину применить. И просто будем вот так вот записывать блок. X, E2, E1. И вот эти вершины лямбда и вершина применить. Никакого таким образом специального представления для простого блока не требуется. Что касается рекурсивного блока, то здесь вот такое представление не получится. Потому что в рекурсивном блоке в выражениях вот этих e1, e2 и так далее, ek, тоже могут встречаться обращения к переменным x1 и так далее, xk. То есть вот в этих выражениях встречаются ссылки на те же самые переменные. Сейчас я только скажу, что для представления рекурсивных блоков будут использоваться циклические графы, зацикленные, в которых в некоторых выражениях будут ссылки наверх. До сих пор у нас все вот эти графы на самом деле являлись деревьями. Вот все, что мы строили, это пока являлось деревьями. Ну, через некоторое время мы увидим, что эти деревья в процессе преобразования превращаются не совсем в деревья. Но, по крайней мере, все было только сверху вниз шло. Я поэтому даже стрелочки не рисовал никакие. Считаю, что всегда, если идет линия сверху вниз, то она идет всегда именно в этом направлении. Вот в случае циклических графов там появятся некоторые ссылки, которые будут смотреть наверх. Пример. Рассмотрим вот такой блок. В этом блоке определяется простая функция twice. Эта функция два раза применяет f к x. То есть сначала применяет f к x, а потом второй раз применяет f к результату. Twice – это функция высшего порядка. Ее первым аргументом является f, вторым аргументом x, и она дважды применяет f к x.
телеблока я применяю эту функцию twice к функции увеличения на единицу. Ну, я мог бы здесь написать просто плюс один, такое частичное применение плюса. Но давайте я уже, чтобы избегать вот этого частичного применения, сразу же напишу в таком вот полном виде это, что это функция от x, которая добавляет к x единицу. И вот эту функцию увеличения я два раза применяю к двойке. Ну, тем самым, на самом деле, мы двойку сначала увеличиваем один раз на единицу, потом еще раз на единицу. В результате работы этого блока мы должны получить константу 4. Ну вот, сейчас давайте посмотрим, как выглядит представление в виде графа вот этого блока, этого выражения. Ну, прежде всего, перепишем блок в виде применения функции в явном виде, так, чтобы вот именно в этом виде и записать, нарисовать граф. То есть здесь вот поменялись местами эти два выражения, E1 и E2. У нас сначала появилось тело этого блока. Вот. И затем вот эти вот два аргумента. Даже не так. Здесь я даже никакую функцию, собственно, не вводил новую. Я просто сделал некое сокращение. Я просто вот это выражение twice переписал вот сюда и написал, что фактически этот блок эквивалентен следующему. Мы применяем эту функцию twice вот к двум аргументам. То есть даже я тут никакого формального преобразования блока не делал. Просто записал это в таком вот виде без блока. Ну вот, если это все нарисовать в виде графа, получится вот такой небольшой сравнительно граф, который, к сожалению, занимает довольно много места на слайде. Вообще, если с текстами я все-таки обходился так более-менее уверенно и мог переписывать эти тексты, и помещались эти тексты хорошо на слайдах, то когда мы перешли к графам, то оно, конечно, работать-то с ними легче, а вот рисовать на картинках они занимают очень много места. Поэтому здесь все примеры достаточно простые. В частности, вот этот тоже. Ну вот, функция twice на самом деле, это вот эта функция, которая здесь представлена вот этой вот нижней веткой. Вот эта функция от f и x, которая f применяет к f от x. Затем эта функция применяется к первому аргументу, к функции, которая увеличивает x на единицу, и ко второму аргументу, к двойке. Нам нужно понять, как будет преобразовываться граф, когда будут происходить редукции, те или иные редукции. Значит, каким образом можно преобразовывать этот граф? Введем правила редукции графов. Пусть у нас есть некоторый граф. На самом деле мы должны проделывать либо бета-редукцию, либо дельта-редукцию, в зависимости от того, какой редекс находится на внешнем уровне, самый внешний. Если мы делаем редукции в нормальном порядке, это означает, что мы на самом деле должны, прежде чем лезть внутрь этого графа, сначала посмотреть на его внешнюю структуру. Вот внешняя структура графа, это значит, нужно, начиная с корня, посмотреть, что именно применяется. И бета-редукция, и дельта-редукция – это применение чего-то к чему-то. Значит, мы должны посмотреть, что применяется, а потом уже смотреть, к чему применяется. Вот здесь мы видим, что применяется лямбда-выражение. Значит, нужно делать бета-редукцию. Каким образом обычно делалась бета-редукция? Мы говорили, что бета-редукция – это подстановка аргумента в тело функции. То есть мы должны взять тело функции и вместо аргумента x подставить вот эту вот двойку. На графах это выглядит следующим образом.
Во-первых, мы, ну вот как я уже сказал, находим самый внешний редекс. Для этого вот мы осуществляем проход по левому гребню. Проход по левому гребню – это значит, что мы опускаемся вниз по левым ветвям до тех пор, пока не найдем что-нибудь отличное от символа «применить». То есть мы определяем, что именно применяется. Если ничего не найдем, то на самом деле это означает, что никакой редукции уже сделать невозможно. Значит, нашли. В данном случае мы нашли символ лямбда. Я вот покрасил красным цветом пройденные вершины. Нашли символ лямбда. Следующий пункт. Копируем тело лямбда выражения. Вот это на самом деле достаточно серьезно. Лямбда выражение может быть довольно большим, но тем не менее мы полностью его копируем. Почему? Мы будем его изменять. Но это же самое тело может использоваться и в других местах этого графа. Не исключено, что на это тело лямбда выражения, на все вот это лямбда выражение имеются и другие ссылки. Поэтому портить тело лямбда выражения прямо на месте нельзя. Таким образом, то, что мы делаем, это мы делаем копию, снимаем копию этого лямбда выражения. Ну, если мы нашли действительно лямбда вершину. Скопировали. Теперь мы начинаем изменять вот это тело лямбда выражения. Мы должны вместо аргумента x подставить аргумент применения функции. Это означает, что все ссылки на этот x мы должны заменить ссылками на аргумент. То есть в этой копии ссылки на переменную заменяются ссылками на фактический аргумент. Делается подстановка. Здесь я уже убрал некоторую ссылку, еще одну, которая фактически уже не нужна. Потому что мы получили результат этой бета-редукции. Этот результат фактически подставляется вместо всего графа. То есть мы заменяем все ссылки на вот эту вершину, на вершину применить, все ссылки на эту вершину мы заменяем ссылками на получившееся выражение. Говорят, что мы замещаем в дереве вот этот узел применить, замещаем результатом, полученным в результате подстановки. Мы получили, подставили на это место, и на самом деле фактически мы получили еще и мусор. В данном случае, в данном графе, на это лямбда выражение больше других ссылок нет. Поэтому после вот такого замещения оказалось, что вот эта часть больше не нужна. Это мусор. Ну, фактически этот мусор можно убрать из графа. Итак, в этой процедуре при исполнении бета-редукции тело лямбда выражения надо копировать. После того, как редукция проведена, может образоваться мусор. Это же самое лямбда выражение может стать мусором. Но этот мусор можно переиспользовать, из графа удалить, это свободная память. Ну, может, правда, и не образоваться мусор. Другая важная особенность. Здесь подстановка аргументов – это просто подстановка ссылок. И вот это как раз очень хорошо в редукции графов. Разделение переменных самым естественным образом реализуется. То есть вместо того, чтобы копировать аргументы, вот аргументы как раз не копируются. Вместо этого ссылки на эти аргументы подставляются в тело. И это означает, что на самом деле здесь легко реализовать именно ленивые вычисления.
Ну, поскольку даже если аргументов несколько вхождений, то после того, как мы вычислим этот аргумент будет вычислен для всех вхождений переменной. Аргументы не копируются, только ссылки на эти аргументы копируются. Итак, с одной стороны, нам нужно копировать тело лямбда-выражения, с другой стороны, нам не нужно копировать аргументы. Это вот две важные особенности этого преобразования графов. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что вот после исполнения редукции, результат редукции замещает редуцируемое выражение. Вот эта замена, это на самом деле тоже такой довольно тонкий момент. Это означает, что все ссылки на вот этот редекс должны быть заменены ссылками на результат. Там не всегда так все просто получается. Сейчас мы увидим, какие тут возникают проблемы и как их можно разрешить. Вот давайте рассмотрим чуть более сложный пример. И на этом примере увидим вот некоторые еще дополнительные особенности этой процедуры. Ну, а именно, возьмем вот тот самый пример, который у нас был уже. Применение функции twice, которая два раза применяет заданную функцию увеличения на единицы к двойке. Давайте проведем редукцию этого графа. Первый шаг. Мы должны пройти по левому гребню и найти первую вершину, отличную от вершины применить. Значит, проходим по левому гребню, утыкаемся в лямбда. Раз уткнулись в вершину лямбда, значит, это бета-редукция. Бета-редукция делается по описанным правилам. То есть мы должны применять редукцию вот к этой мигающей вершине. Мы должны скопировать тело лямбда-выражения. Вот оно, это тело лямбда-выражения. После чего вместо аргумента f в эту копию, вот сюда, вместо ссылок на аргумент f, подставить ссылки на фактический аргумент. Фактический аргумент достаточно сложный. Это некоторые лямбда-выражения. Тем не менее, здесь-то ничего не копируется. Мы просто образуем две ссылки на одно и то же место. Наше дерево перестает быть деревом. Итак, происходит сначала копирование. Потом ссылки на f заменяются ссылками на аргумент. И, наконец, результат редукции подставляется вместо вот этой вот вершины применить. Ну, тут так это быстро проехало все. Давайте еще обратно вернем и еще раз сделаем то же самое. Итак, делается копия. Фактически тут образуется мусор, поэтому я на самом деле этот мусор сразу же убираю. Фактически вместо того, чтобы делать копию, я просто вот это тело просто перемещаю немножко наверх. Это копирование с одновременной уборкой мусора. И ссылки на f заменяются ссылками на вот этот аргумент. Аргумент этот не копируется, но я его тоже перемещаю просто для того, чтобы рисунок был более удобный. Вот получается вот такая картина. Результат редукции, вот это вот тело с подставленным аргументом, замещает собой вершину применить. Это первый шаг. Следующий шаг. Мы снова проходим по гребню графа, снова утыкаемся в лямбда-вершину. Видим, что возможно сделать бета-редукцию, потому что это лямбда-выражение опять применяется к аргументу. Опять поступаем точно так же. Мы копируем вот это вот тело, и в нем всюду, вместо свободных вхождений x, здесь есть две переменных x, как вы видите, но мы на самом деле подставляем вместо вот этого свободного вхождения x, то есть вот сюда, ссылку на x заменяем ссылкой на вот этот аргумент двойку. Итак, вот эта вершина. Вот что получилось в результате. Опять образовался мусор, поэтому вместо того, чтобы копировать,
я просто сделал вот такую подстановку. На самом деле должна была бы быть сделана копия и убран мусор. Ну, я просто сделал здесь вот эту подстановку непосредственно в это тело. Результат редукции заменяет собой весь граф на самом деле, фактически. Дальше смотрим. Опять проходим по левому гребню. У нас образовалась новая вершина графа. Проходим по левому гребню, утыкаемся в лямбду. Вот здесь, наконец, возник случай, когда на это лямбда выражение есть две ссылки. Собственно, ради чего и затеян был весь этот процесс. Поэтому здесь как раз мы видим, что необходимо действительно сделать копию тела лямбда выражения. Тут уже мусор не образуется. На это лямбда выражение есть еще одна ссылка, которая потом тоже будет использована. Итак, мы находим вот это лямбда выражение, образуем копию тела, и вместо свободных вхождений икса, вот сюда, вместо ссылок на этот x, подставляем ссылку на аргумент. А аргументом является все вот это. Ну, аргументом является вот эта вот вершина. Вершина применить. Фактически это весь вот этот вот граф. Ну, почти. Почти весь. Итак, вот эта вершина. Вот мы образуем копию. И в этой копии вместо ссылки на x образуем ссылку на практически весь вот этот граф. Мусор не образовался, образовалась копия тела. Результат подстановки заменил собой опять же весь граф. Следующий шаг. Теперь мы снова проходим по левому гребню и утыкаемся в примитивную функцию. Если мы уткнулись в примитивную функцию, то это означает, что нужно применять эту примитивную функцию. Это не лямбда-узел. Примитивную функцию для того, чтобы применить, нужно посмотреть, во-первых, можно ли это сделать, то есть достаточное ли количество у нее аргументов, достаточное здесь, плюс двуместная функция и два аргумента есть. Во-вторых, если примитивная функция строгая, такая как плюс, мы должны вычислить значение ее аргументов. То есть для того, чтобы выполнить дельта-редукцию, мы сначала должны редуцировать аргументы, сделать редукцию аргументов. Что касается второго аргумента, то это единица, тут редуцировать нечего, тут уже все и так в окончательном виде. Что касается первого аргумента, то мы должны проводить редукцию вот этого графа, делать редукцию этого аргумента. Мы опять по правилам. Проходим по левому гребню, находим лямбду, видим, что это бета-редукция. Вместо икса теперь уже подставляем аргумент 2. Фактически мы здесь тоже должны сделать копию тела, но здесь уже на эту лямбду это последняя ссылка, других ссылок нет. Поэтому фактически она опять же образуется, перейдет в мусор. Фактически нам нужно будет вот сюда, в это тело, вместо ссылки на x, сделать ссылку на двойку. Вот на это. Если это проделать с этой вершиной, то у нас получится вот такой результат. Это еще не конец. Этот граф еще не вычислен до конца. Мы снова проходим по его левому гребню, снова находим примитивную функцию. Значит, можно сделать дельта-редукцию. Надо посмотреть лишь достаточное ли число аргументов и в каком виде эти аргументы. Эти аргументы – это константы, редуцировать тут уже нечего, поэтому проводим дельта-редукцию. Но дельта-редукция проводится тоже по вполне понятным правилам. Применяется функция к аргументам. Мы складываем двойку с единицы, получаем тройку, и этот результат замещает собой вершину графа. Значит, вот сюда помещается тройка как результат дельта-редукции. Но опять образовался мусор, который исчез. Ну и, наконец, теперь мы видим, что вот окончательный результат этого аргумента получен, и мы можем делать дельта-редукцию на внешнем уровне. Добавляем к тройке единицы, получаем четверку,
эта четверка замещает собой граф, все дальше редукции больше невозможно. Вот примерно так. Тот пример, который я привел, в нем достаточно все просто, в том смысле, что оказалось, что можно все делать по правилам, и все получается хорошо. К сожалению, это не всегда так получается, тем не менее, я могу это все описать достаточно формально. Ну вот, дельта-редукцию я не очень хорошо еще описывал. Давайте вот я здесь словами напишу, как исполняется, как происходит дельта-редукция. Значит, если мы при проходе по левому гребню находим константу, то эта константа должна быть примитивной функцией. Ну, для того, чтобы можно было выполнить дельта-редукцию. Вот давайте посмотрим здесь случай, когда видно, что происходит разделение аргумента. Вот выражение, в котором оба операнда операции плюс ссылаются на одно и то же дерево, на один и тот же граф. Найдя этот плюс, мы начинаем последовательно применять редукции к аргументам. Здесь оба аргумента, вообще говоря, в данный момент сложные. Ну, на самом деле, это один и тот же граф. Мы занимаемся первым аргументом. Мы начинаем выполнять редукции для вот этого первого аргумента. Ну, вот здесь этот сложный, это вот умножение тройки на двойку. Здесь звездочка, операция умножения, и мы умножаем тройку на двойку. Здесь уже операнды — это константы, поэтому мы умножаем, получаем 6. И эту шестерку, эта шестерка заменяет собой вот этот аргумент. Фактически одновременно с этим второй аргумент тоже получился простым. То есть, если у нас аргумент разделяется, то он в графе представлен однократно, и при вычислении в графе, при таком преобразовании графов, на самом деле происходит эффективное разделение переменных без перевычисления, совершенно естественным образом. Ну, после этого мы можем сложить шестерку с шестеркой и получить 12. И это 12 замещает собой, опять же, в графе все вот это выражение. Я могу описать алгоритм преобразования графа в виде такой вот псевдопрограммы. Я не хочу сейчас подробно разбирать, как она работает. Можете посмотреть лекции, вам все доступны более аккуратно. Ну вот основные вещи. Условие главное. Выражение не находится в слабой заголовочной нормальной форме. Это означает, что в вершине графа нету никакой ни константы, ни конструктора, ни лямбда выражения. В вершине графа находится символ «применить». И для этого символа «применить» достаточное количество аргументов. Но если применяется лямбда выражение, то всегда достаточно, там всегда один аргумент. Если эта примитивная функция исполняется, то значит должно быть достаточное количество аргументов для исполнения этой примитивной функции. Вот. В этом случае выражение не находится в СЗНФ. Мы спускаемся по левому гребню, смотрим, во что уткнулись. Возможно, два варианта. Либо примитивная функция. В этом случае редуцируем все аргументы. Строгие аргументы, по крайней мере, строгие аргументы примитивной функции редуцируем. Потом исполняем дельта-редукцию согласно правилу примитивной функции. И заменяем вот эту вот вершину применить на результат. В случае, если у нас есть дельта-вершина, то мы создаем копию тела, подставляем аргумент, вместо ссылок на аргументы подставляем ссылки на фактические аргументы, и результат опять же подставляем в тело Redex.
Ну, примерно вот такой алгоритм получается. Какие могут быть проблемы? Может оказаться так, что в теле лямбда выражения нету ссылок на переменную, а есть сама эта переменная. Бывают такие функции, функции проекции, тело которой – это на самом деле просто сама переменная. В этом случае, поскольку в теле нет ссылок на аргумент, то невозможно и заменить их на ссылки на фактический аргумент. Что я имею в виду? Ну вот давайте посмотрим. Вот здесь, вот эта функция, которая фактически является функцией ID, функция, которая просто выдает свой аргумент, применяется к чему-то там, к какому-то выражению, сложному или простому. Мы говорили, что мы копируем тело, и в этом теле заменяем ссылки на переменную ссылками на вот эту вот, на это выражение. Но здесь нету ссылок на переменные. Что делать? Один вариант – это образовать вместо этой переменной, когда вот телом функции является переменная, вместо этой переменной скопировать вершину аргумента. То есть вот когда мы скопировали этот x, мы сам x заменили на вершину аргумента. Причем если эта вершина имела какие-то свои ссылки, то мы их тоже копируем, естественно. Опять некоторое копирование. Это нормально. Значит, почему я вынужден был сделать такую копию? Опять по тому же самому, потому что на этот аргумент, вообще говоря, в принципе, могли быть и другие ссылки, откуда-то из других мест. Поэтому я не могу просто взять вот это и подставить. Я должен все-таки образовать какую-то копию, какую-то ссылку на аргумент. Ну вот, один из вариантов – это просто скопировать саму вот эту вершину. Другой вариант, пожалуй, более изящный. Это ввести еще один тип ссылок. Такая вот прозрачная ссылка. Еще один тип вершин. Вершина-синоним. Прозрачная ссылка. Вместо того, чтобы копировать вершину, образовать вот такую вершину-синоним. То есть, если у нас не было ссылки на аргумент, мы эту ссылку сделаем искусственно. Это специальная вершина, которая при проходе по графу просто съедается. То есть, если мы попадаем при проходе по графу на эту вершину, мы автоматически проваливаемся на то место, куда она указывает. Иногда при таком проходе можно понять, что других ссылок, кроме вот той, по которой мы идем, на эту вершину синоним нету. И в этом случае такую вершину синоним можно совершенно безболезненно просто удалить из графа. То есть вот это такая легкая вершина, которая создается искусственно, но при определенных условиях ее точно так же легко можно убрать. Это, пожалуй, более хороший вариант, чем копировать некую вершину в графе. И я буду этим вариантом пользоваться. Но в наш алгоритм вот следует добавить еще один случай. То есть если телом функции является свободная переменная, то вместо того, чтобы копировать тело, мы копируем эту переменную, ну и заменяем там ее потом, эту копию, на аргумент, но мы еще и создаем вот такую дополнительную вершину синоним. Очень похожая проблема, ну, просто, собственно, аналогичная проблема, возникает, если применяется примитивная функция, которая тоже возвращает, ну, какой-то аргумент или его часть. То есть примитивная функция на самом деле тоже является такой вот функцией-селектором.
который возвращает, может быть, не весь аргумент, но, может быть, какую-то часть аргумента. Например, вот выражение, в котором используется несколько примитивных функций head и cons. Cons – это на самом деле фактически функция конструктора, двоеточие. Это конструктор, и я его применяю здесь в графе, записываю как действительно как конструктор. А вторая функция примитивная, head, это вот функция выделения головы. Функция, которая должна выдать часть своего аргумента. Опять же, это примитивная функция, которая выдает не ссылку там какую-то, не новое значение, а выдает кусок аргумента. Копировать этот аргумент не надо, потому что если мы будем копировать, то это слишком может оказаться расточительным. Вместо этого мы опять же можем образовать вот эту вершину синоним, которая будет ссылаться на ту часть аргумента, которая и должна быть выдана фактически. Вот здесь функция head примитивная применяется к такой вот конструкции. Мы всегда знаем, что функция head примитивная должна применяться к списку. То есть ее аргументом обязательно будет конструктор двоеточия. Результатом будет первый аргумент этого двоеточия, левая часть. И вот поэтому для того, чтобы применить эту функцию head, мы должны будем образовать синоним. И именно этот синоним и будет замещать тело всего выражения вот здесь. Значит, мы образовали вот эту вершину синоним, и она ссылается на кусочек аргумента. В этом новом графе, если начинать с вершины, то мы сразу же провалимся вот сюда, на этот символ применить, и видим, что здесь опять применяется функция head. Ну, в исходном выражении просто head применяется к результату head. Ну, к результату cons, а потом вот применяется head. Опять то же самое. Мы сюда проваливаемся, видим head. Head — это примитивная функция, которая от своего аргумента отщепляет голову. Значит, мы опять должны образовать синоним, который ссылается на вот эту единичку. И эта новая вершина синоним будет замещать собой весь вот этот результат. То есть следующая картинка получится вот такая. Ну, на самом деле это все. Тут вот есть немножко мусора в этом графе, неудаленного. Но вообще говоря, то, что мы должны получить, это вот мы, провалившись по этим двум ссылкам, придем вот к этой единице. Ну, действительно, если мы образовали там список, у которого голова единица, потом взяли голову и присоединили эту голову еще раз к ним, то мы вот ровно эту единицу и получим. Ну, еще вот тут два вспомогательных списка образовались. Так что вот при применении таких примитивных функций селекторов тоже могут образовываться вспомогательные вершины синонимы ровно по той же самой причине. У нас нет ссылок на аргумент. Мы их сами поэтому образуем. Вот получилась единица как результат. Сегодня у меня лекция такая вот коротенькая. Я ее закончил, зато следующая будет длинная.